Друзья, всем привет, с вами Павел, и вы находитесь на канале Happy Brick. Сегодня у меня на обзоре небольшой такой наборчик по LEGO Friends 41697. Коробка, как мы видим, довольно упитанная, такой квадратик, выполненный в привычной гамме. На обратной стороне у нас показаны игровые функции, если их можно таковыми назвать. Наборчик продавался на AliExpress, еще есть, стоит довольно дешево, поэтому если нужны такие фигурки, детальки и тому подобное, то прошу туда по ссылочке в описании. В комплекте поставки у нас, на удивление, был пак наклеек и вот такая вот маленькая, но в формате книжечки инструкция. Здесь у нас есть прогресс-бар, поскольку это современный набор, сборка завершается на 55-й странице. На предпоследней странице у нас реклама актуальных наборов по Friends, и на последней странице у нас есть список деталей. Из интересного тут детали пальмы. Лего зверюшки, если вы их собираете, хотя в Лего Friends они сильно отличаются, чем от Лего System. Поэтому их я не собираю, мини-фигурки и животные из Лего Friends сразу идут на продажу. Ну и что касается набора, то у нас вот такой наборчик, не сказать, что он прям очень маленький. Учитывая, что это самый минимальный формат в Лего Friends, меньше уже только полибеги и журналы. И первое, с чего мы начнем, это вот такой вот остров. То есть у нас тут должен быть дорожный знак. Здесь у нас краб, черепашка вылупилась из яйца. Также есть такая пальма с цветочками, две волны и доска. Запасную деталь цветочка я использовал, чтобы установить на ней доску для серфинга. Деталек здесь, конечно, мало, но тем не менее сделано атмосферно и видно, что это такое. Вторая постройка, это вот такой вот у нас мини-джипик с тележкой, со взрослой черепашкой и, конечно же, со спасательным жилетом. Единственное, что здесь смущает, это розовые колеса. То есть вот такие розовые колеса цвета коралл вряд ли где-то еще, кроме как Friends, встречались, и вряд ли где-то еще вы их сможете использовать, поэтому детали бесконечные. Хотя непосредственно сам колесный диск был запасной третьим колесом, без покрышки. Ну и здесь у нас стандартные белые, хоть на этом спасибо. Также есть кенгурятник. В общем, сама постройка выглядит очень даже неплохо, если б не этот мерзкий кислотный желтый цвет. Единственный момент, что под LEGO Friends у них нет привычных пинов сзади. И обычно фигурки кладут либо стоя, либо в такую специальную секцию, где они ногами между нее просовывают и упираются. Вот типа вот такой. Но здесь такой нет. И фигурку сюда никак не посадить. То есть она либо вот так вот держит планку на руле, либо стоит, либо я вообще не знаю, как она должна здесь управлять. То есть на коробке этот момент, конечно, показан, но она здесь стоя. Ну и что касается мини-фигурок, то они у нас традиционно именные, Эмма и Лайла. Соответственно, куда без толерантности, темная и светлая. У Эммы у нас резиновый парик, а у Лайлы пластиковый. Непонятно, к чему такая выборка, почему одним фигуркам дают резиновые, другим пластиковые. Резиновые, по мне, держатся как-то слабенько. То есть их чуть-чуть зацепило, и они отваливаются. Пластиковый, хотя и пластиковый парик, тоже держится очень слабенько. Ну, фигурки интересные, но опять-таки я такие не собираю. На Бриклинке они официально называются мини-дол. То есть если стандартные фигурки Лего называются мини-фикс, то вот эти называются мини-доллс, то есть мини-куклы. Наборчик по деталям довольно обширный. С учетом продажи мини-фигурок и животных, его можно отбить практически полную стоимость его. Ну, на этом все, друзья. Вам, как всегда, спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.